Патриотическая песня – это песня о том, что нам дорого, о родине, о матери, о том, что нас окружает. И вы знаете, в Магадане уже, наверное, на протяжении более 20 лет сначала проводился конкурс, сейчас мы проводим фестиваль. Это фестиваль, который пользуется большой популярностью. Каждый год не менее 50-60 исполнителей, ансамблей принимают в этом конкурсе. И в этом году не помешала даже пандемия. И результат, то, что сегодня на сцене наши прекрасные исполнители. Но сегодня еще один праздник, 8-я годовщина воссоединения России с Крымом. Праздник дорогой, наверное, каждому россиянину, потому что 8 лет тому назад, я думаю, все достаточно празднично восприняли возвращение российских земель. Я вас всех поздравляю и в первую очередь желаю вам всем здоровья, ну и, несмотря на наше определенное трудное время, мирного неба над головой. Поблагодарим их еще раз, Борг!